Итак, сейчас пришли Даша Павлюченко, Денис Хадикин. Спасибо, ребята. Поздравляем вас еще раз. Стали серебряными призерами этапа Гран-при в Америке. Как вы оцениваете вот этот результат? Это первое ваше серебро после двух бронзов в прошлом сезоне на Гран-при, на взрослом. В том сезоне мы на первом этапе Гран-при были близки к серебру. Насколько я помню, мы в сотые проиграли. В этом году нам удалось вот шагнуть на эту ступеньку. И, в принципе, мы были и готовы бороться, и готовы первоначально шли за ней. Наверное, за нее бороться, но чисто катать, мы понимали то, что это возможно. Как вы анализируете ваше выступление в короткой произвольной программе? Короткая более-менее прошла хорошо. Ну, единственное, что там дорожка немножко не очень получилась. Но произвольная немного зажато катались. Я упала с выброса. Это была грубая ошибка. Ну, есть над чем работать. Будем двигаться дальше. Ну, конечно, бывают ошибки и без этого. Как раз это же только первый международный старт для вас в этом сезоне. Вы только в России, да, катались? Да. Поскольку это может быть и сложно, выйти на международную арену сразу, не как в прошлом году на челленджере, а сразу на гран-при? Или вам все равно? Ну, конечно, может быть, где-то были свои трудности, но как-то не было турниров, был только в Финляндии трофи, по-моему, но они прям там получалось сразу, если прилетаешь с соревнованиями, сразу на другие. Мы решили не рисковать, поэтому как-то так. Как вы видели ваше развитие, если вот в прошлом году вы дебютировали на гран-при, а это сейчас уже второй сезон на гран-при? Да, второй сезон, он самый. Чувствуем себя чуть более увереннее, спокойнее, находясь на тренировках и в группах. Сейчас какие следующие шаги? Второй этап у вас будет какой? Во Франции, в Гренобле. Следующий шаг – это адаптироваться после Америки, прийти в себя и быть готовым успеть восстановиться и исправить то, что не получилось. Какие-то изменения планируете в программе, в контент? Думаю, нет. Как и сейчас, вы же оказывались в Лас-Вегасе. Как вам Лас-Вегас? Кто-то посмотрели, кто сделал? Ну, на самом деле, очень необычно. Так интересно было погулять по городу. Очень непривычно, ну не то, что непривычно, а то, что здесь тепло, очень солнечно. Пальмы, да. Пальмы. Ты то такой хочешь на пляж пойти, там загорать куда-нибудь, и по магазинам походить. А так, это соревнование. Не, ну, на самом деле, город понравился. Есть что посмотреть. Зато хоть и успели, да, куда-то сходить, посмотреть. Ну, да. Ребята, спасибо вам. Удачи спасибо. В дальнейшем. Увидимся во Франции. Спасибо.